Россия встречает Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который первый раз в нашей стране был, внимание, 60 лет назад. Но именно в этом году команда из Бийска едет туда волонтерить. Нет. Я очень рад по этому поводу, так как мы станем частью большой команды, которая будет обеспечивать, собственно, прохождение этого замечательного мероприятия. И я в команде «Волонтеры мира». Очень счастлива, очень рада. Конечно же, эмоции переполняют, потому что был жесткий отбор. Очень рада, что смогу побывать на таком масштабном мероприятии. А до ГПУ в деле? Сочи, встречаю волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Мир взаимно улыбнется, смело держим верный путь, и увидимся мы в Сочи.